Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы вместе с Алейкой поделимся с вами секретом приготовления вкусного тонкого домашнего лаваша к шашлыку или другому блюду. Для этого нам понадобится 350 грамм муки Алейка от щедрых полей Алтая, 200 миллилитров кипятка, 2 столовые ложки натурального нерафинированного подсолнечного масла Алейка, 1 чайная ложка соли. В миску отмерить 350 грамм муки Алейка, добавить 1 чайную ложку соли, перемешать и сделать углубление в муке лопаткой. Влить 2 столовые ложки натурального подсолнечного масла Алейка. Влить 200 мл кипятка и замесить тесто лопаткой. Вымесить тесто руками в миске. Сформировать из теста шар. Убрать тесто в пакет на 30 минут и оставить на столе. Тесто достать из пакета, обмять руками, разделить на 6 равных частей. Каждую часть теста скатать в шарик. Убрать шарики в пакет, пока раскатываете один. Раскатать каждый шарик теста в тонкую лепешку под размер вашей сковороды. Разогреть сухую сковороду, обжарить лепешку с каждой стороны по 20-30 секунд. Горячий лаваш выложить на блюдо и смазать водой при помощи кисточки. Накрыть полотенцем. Приготовить оставшиеся 5 лепешек лаваша. Сложить лаваш стопкой на тарелку и накрыть полотенцем. Оставить на 15 минут. Лаваш к шашлыку или другому блюду готов, можно подавать к столу. Понравился рецепт? Ставьте лайк. Чтобы не потерять рецепт, добавляйте его к себе в избранное. Оставляйте комментарии и пожелания. Приятного аппетита!